Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на одного из моих бигфутов, новых героев, а именно этого, с огненной защитой 8-8. Первый у меня с богом войны. Решил качнуть еще одного, заодно проверить, будет ли действовать прокачка в новой локации на линейку героев. То есть у меня первый герой с 12 скиллом. И второй тоже автоматически открывается, 12 скилл. Ну, его тоже не надо качать уже за кулаки. Единственное, что надо, это качать десятку на героя. Ну, давайте немножко героя. Герой офигенный. Он бьет массово. То есть он похож на Рину. У него есть заморозка. Практически как у Артики, только у Артики впереди морозит, а это морозит все вокруг себя. Также герой имеет иммунитет в форме, ну, когда он включает свой навык к оглушению и страху. Также, чем выше мы прокачиваем скилл, тем больше действует заморозка. То есть на данном этапе, на 12 скилле, уже одну секунду. Но самое офигенное у нем то, что он восстанавливает здоровье, равное 200% от атаки, кулдаун 0,2 секунды. То есть чем больше по нему бьют, тем больше он хилится. Рунками он собран. Ремка, артефакт, пока в меч молнии постоит. По созвездиям раскаленный доспех. Точнее, по созвездиям, по чарам. А по созвездиям уклонение плюс крит. Вот такая вот сборочка у нас сегодня будет на тесте. Питомцы мы поставили ему слоника. Ну, давайте начнем с рейдов. Потестируем там. Чем он хорош? Он ломает очень хорошо забор. Антизабор. Вот смотрите, что делает. Вот мы прибежали к ворожаю. Там и Анубис у нас рядом. Благодаря вертолетикам стрелка он очень хорошо восстанавливается. Единственное, ему ворожай, как и всем героям, режет жизнь. Отхил, точнее. Но, как видите, пока стоим отлично. Убить не могут. Ну, уклонение дает о себе знать. Но не дает ему включиться. Вот, дали включиться. Ну, конечно, он тут ничего не сделает против такой пачки, но и не умирает. Ну, давайте посмотрим, когда там у нас включится заморозка. Не дают нам включиться. Тут и Анубис, наверное, у нас с коркой. Потому что очень много стана. Точнее, не стана, а забора энергии. Вот он начал морозить. Первая секунда, а дальше, видите, ему просто не дают включиться нормально. Но побежали, поищем других противников. Так, давайте сразу возьмем ворожея, чтобы был отхил. Так, ну вот такой вот давайте попробуем тут. Вот прибежал к нам одержимый, он включил свою заморозочку. Ну, видите, быстро слили. Не успел. Идем еще. Очень боится
отражение от хранителя, убивает сам себя очень быстро. Как видите, у него очень большая зона действия скилла. Ну и урон, конечно, 2160. Процентуальный урон у этого героя самый большой, что есть сейчас на данный момент в игре. Нереально много сносит. Ну, как-то вот так вот убили нас. Идем поищем следующую цель. Блин, что-то одни с накросом и не дадут какого-то нубаса побить. Так, ну вот тут вот вроде неплохо Рино стоит. Давайте потестируем его тут. Так, там нас немножко уже бомбочки подбили. Ну, вместе с ворожаем стоят довольно неплохо. Как видите, самое основное то, что он станет. И станет он очень круто. Не дают самолетики включиться ему, зато они дают офигенный отхил. Против стрелка даже очень неплохо им танковать. На нем отхил бешеный получается. Вот, наконец-то он включился, и все. Герои просто стоят в стане. Если бы, конечно, еще у него был иммун к разбросу, это все. Слил, заморозил. Так, теперь пришла очередь хранителя. Вот с хранителем он может слиться. Да, видите, он просто сливается из-за того, что очень много урона. Но если брать сюда Ареса, давайте его тоже возьмем, который будет блокировать хранителя, то будет очень даже ничего. Вот у нас есть хранитель. Давайте так. Раз, два, три. Вот мы хранителя заблокировали себе. Без проблем можем воевать. Ну, как видите, зона действия очень большая. Сносит все на ура. Вот против нас Рино. Заодно посмотрим, если, конечно... Ой, хорошо как раз получилось у нас. Рино Анубис против Бигфута. Смотрим, кто кого. Рино. Рино все. Рино кончился. Сейчас то же самое будет и с Анубисом. Вот пошла заморозка. Опять пошла заморозка. Опять заморозка. Посмотрим, насколько... Ай, добили здание. Жалко. Ну, как видите, то есть... Анубис с ним не справится. Рино тоже с ним справиться не может. Вот такая вот расстановочка. Давайте попробуем тут. Так, раз, два. Ворожея кинули, Ареса кинули. Не успели. Ну вот все-таки единственное, что его очень хорошо убивает, это хранитель. Либо огненный щит. Так, смотрим дальше. Ну вот такие вот расстановочки. Интересно тоже вместе с ним проходить. Зона действия большая, забор ломает. Будет себе просто бежать вокруг. К следующей цели. Стрелок ему ничего сделать не может.
Самолетики его заряжают просто. Он себе бегает вокруг, все сносит. Сделал круг почета. Не дают ему включить свое умение. Сейчас, может, когда героям подбежит. Так, включился хранитель. Ну вот, Арес включился тоже. Смотрим. Арес выключился. Все, сейчас можем слиться. Если быстро не убьем хранителя. Видите, стрелок не дает. Не дает ему просто включиться. Вот дал включиться. Слился раз. Давай, 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 тащи. Вот в паре вместе с выражаем могут очень долго стоять. Вот тень хранителя только осталась у нас. Смотрим дальше. Остался Рино. Одержимый просто даже ударить не может. То же самое Рино сейчас ничего не сможет сделать. Вот все. Прошел стан, вот вся расстановка. Так, давайте посмотрим на него на волнах. Ну, оставим этот же состав. Допустим, давайте даже его одного пока поставим. Попробуем на этой волне. Так, смотрим. Надо было ему какой-то другой талантик поставить. Но пока с этим давайте попробуем. Ну, вообще чудесно работает его умение. Реально герой очень крутой. Если вам нужно ломать забор, выбиваете такого героя и все. Так, давай, давай, подходи сюда. Друид нам половину базы разломал. Так, вот он. Ну, я буду на ускорялке, чтобы не затягивать видео. Ну, сами видите. Разобрал пачку. Просто разобрал. Вот опять включился, но урон просто бешеный. Боссы просто не успевают. Смотрите, сколько стана. И урон там по 500к у него получается. Ну. Так, 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 так. Ну, 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 ну. Ну, просто здание разобрали. Его не смогли убить. Давайте еще раз попробуем. Ну, жесткие, конечно, герои. Не знаю. Не знаю даже, какой следующий будет. Но это просто жесть. Что он делает? Думаю, он будет очень хороший на угольной армии. Откроется архидемон, обязательно там его потестируем. Урон, конечно, у него бешеный. Благодаря такой вот зоне атаки.
Посмотрите, как себя по 52к. 52 тысячи отхил. И они просто ничего не могут сделать. Ну, тут опять сейчас нас сольют. Хотя, может, если он успеет. Да, вот, смотрим. Бигфут. Против двоих драконов. Ну, они ему режут, замедляют, но это не помогает. 300-500. Это он собран не на урон, а просто на огненную защиту. Он себя хилит. Немножко ускоряем. Так, одного слил. Пришла очередь второго. Вот так. Золотая волна. Давайте попробуем. Конечно, он тут не пройдет. Но хотя бы посмотрим. Слился на Атланте. Вот вам. Щит, конечно, для него это погибель. Так. Так. Ну, на волнам я и вам показал. Где он будет хорош? В лабиринте. В лабиринте вы его уже видели, я показывал. Кто не видел, может посмотреть стрим. Там мы бегали, как только его выбили. Давайте посмотрим тут. Уберем всех, поставим только его. Вот 12 умение. Практически всегда стан. Атланты даже просто не успевают. Сейчас против пачки попробуем. Ну, вот Минотавр ударил, а у него иммунка к оглушению. Просто раскрошил. Так. На лаве использовал его видео. Есть отдельное видео. Этот герой круче Арктики, поэтому уже можно лаву свободно фармить. Без донатным составом, без Арктики. Когда он включается, там просто все стоят в стане, замораживает их. И герои намного меньше мрут. То есть там дерево справляется со своими задачами. И там фактически там с десяток секунд у вас еще экономится. Можно будет даже там поменьше стрелков брать. Так, ну, на адском саммите аналогично можно его использовать. Давайте еще попробуем. Сейчас я поставлю быстренько героев в подземках. Как он себя покажет в подземках. Не будем там сильно заморачиваться составом. Где наша тыковка? Даже четвертую так вот поставим.
Думаю, нам этого хватит. Тут поставим вальку. Можно и Афин, но Афина сейчас будет разбивать все вокруг. Вот так. Давайте какую, в какой попробуем. Давайте в шестой. Ради интереса 6-1 хочется посмотреть. Так, не все. Оживить. Еще давайте сюда поставим Купидона, чтобы уже полный комплект был. Побежали. 6-1. У нас тут получается только он самый сильный среди танков. Танков, говорю, среди вообще всех героев. Так, ну, побежали. Вот ускорялочка пошла. Ну вот, его начался урон. Он включается, морозит башни. Не получает стан. Смотрите, как он там себе на фланге проходит. Вот 50% с первого раза. Конечно, у меня тут герои вкачаны хорошо, но я там не особо расставлял руны питомцев, не ставил там защиту гильдейскую. Давайте попробуем. У 6-10 он, конечно, не затащит, но хотя бы попробуем. Вот можно, начиная с него. Видите? Всех героев заморозил, которые вокруг него. Морозим тут. Ну, супер, супер. Единственное, сейчас Арктику могут слить. Ну, смотрим дальше. Просто стоит, станет всех. Ну, все. Жалко, конечно, но сами видите, то есть герой реально замораживает башни вокруг, замораживает героев, будет очень полезен в подземках. Не знаю, как в восьмых, но в седьмых точно он будет тащить. Давайте еще попробуем седьмую подземочку. И будем заканчивать обзор. Так, 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 так. Седьмая. Какую такую интересную. Давайте вот эту посмотрим. Что тут у нас? Вот тут тоже такая подземка муторная. С малышами, никами. Давайте вот так вот сразу всех выпустим. Вот он побежал. Кидаем заморозочку и сливаемся. Да. И тот состав немножко. Но можно и с ним состав тут подобрать. Думаю, будет непроблемно пройти. Давайте немного другую посмотрим. Ну, первые там подземки, думаю, смысла нету. Он должен затащить. Давайте проверим это. 7-1. Раз. Два. Три. Вот стан его вообще супер действует. Единственное, что 57%, не напрягаясь даже. Единственное, что его могут там застанить, это не такая уж и проблема. И можно свободно танчить, он себя хилит. С него начинать.
Давайте 7-3. Так, тут тотемов много, давайте другую, 7-4. Вот тоже интересная подземка, правда не тот опять же состав. Тут у нас плюс еще сейчас тотем тыквы активируется. Но героя вы видите, да, как сносит. Очень круто. Морозит. Героя там практически осталось по половине жизни. Можно брать сюда там Анубиса брать одержимого, они просто все пробьют. У нас просто состав с баферами, поэтому не особо. Давайте еще на 7-9 заскочим, глянем. Попробуем какие-то проценты здесь выбить. Так, ну ждем. Пропал. Сейчас как только Ронин появится, сразу морозим. Опять пропали, чтобы малышник. И берем всех. Смотрим. Так, попали под КДшку. Ну, 20%. Это уже показатель. Можно сюда вместо Вальки и Ворожея поставить. Давайте, что мы будем гадать. Давайте поставим, посмотрим, сколько процентов у нас получится. Так, вместо Вальки ставим одержимого вот такого. Вместо Ворожея ставим Ронина. И идем трешивать опять. Надо юнитов немножко нанять. Посмотрим, сколько сможем набить процентов. Так, Ронин пропал, ускорялка, появился заморозка, пропали, у нас есть пару секунд, вот кинули ускорение, смотрим, тыковку конечно нет, тут мы тоже наберем много, жалко, жалко, давайте еще разок. Герой очень хорош в забитой битве. Особенно, когда он первым включается. Там реально очень крутой дамаг у него получается. Ай. Как-то коряво-коряво я кинул магию. Давайте еще разок. Ну, как я смотрю на этого героя, ну реально герой очень крутой на данный момент, один из самых имбовых. Был Ворожей, а теперь он вместе с Ворожеем очень круто смотрится. Плюс новые таланты и новые таланты теперь у нас будут в коробках, сразу же предусмотренные. На китайке это уже есть. Надеюсь, это будет и у нас. А если это будет и у нас, то будет веселуха в игре. Так, есть. Пропал. Появился морозим. Пропал. Ускорялка, юниты. Не дают ему включиться. А вот дали включиться. Ну, 34% уже. Вот вам показатель. Ратушу не добили.
То есть можно с ним проходить очень даже хорошо. Вот такой вот был обзорчик. С таким талантом он реально офигенно стоит. Об него убиваются, он себя хилит. Умение его просто, не знаю, бомбическое. Со всего, что добавили нам в новой локации, я решил все-таки его в первую очередь прокачать. И не жалею, на атаке фортов себя очень прилично показал. Все, всем спасибо. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Часто идут стримы. Не задавайте одни и те же вопросы. Есть куча видосов. Все, всем пока.